Так, пацаны, что тут у нас еще? Завоевание. Крепость Шаркбурца в Нурине теперь в ваших руках. Но это лишь первая битва в войне за Мордор. Еще немало крепостей ждут вашего штурма. Окей. Чуть не забыл еще кое-что интересное сказать. Рано или поздно на форт кто-нибудь нападет. Так и ты сам знаешь, ведь ты сам на него напал. Хорошо, поработал, к слову. Но видишь ли, тебе же не обязательно дожидаться врага. Ты можешь заслать разведчика во вражеские крепости и сам пойти в атаку. Как говорится, лучшая защита — это нападение. Ты можешь не бояться, что останешься без орков. Если тебе понадобится пополнение, сходи, поговори с хмырем, который зовут охотником за головами. Он решит этот вопрос. Ох, Шрах, я забыл положить следопыту. Еды в миску, надо поскорее возвращаться. Они то начнут бузить. Следопыт, я иду. Так, сетевое завоевание. Теперь, когда у вас есть крепость, вы можете нападать на крепость других игроков. Начав задание сетевое завоевание, вы выйдете игрока. Не забывайте об обороне. Так, понятно. Чё? Новое. Бойцовские ямы. Сетевое завоевание. Заходите к обеспечению другим игрокам. Ну, так как у нас интернет не подключен. Выключен. То сетевого завоевания не будет. Ну попробуем, что тут. Что за хрень такая? Да хоть прыгать. Слышь. Дайте одного. Скоты. Тут замочек. Мясо носят. Кстати, а территория вся моя? Нет, не очень-то она синенькая. Ну и ладно. Сейчас попробуем это нажать, что будет интересно. Так, загрузка. А, ну я так и думал. Будет это грузить. Окей.